Доброе утро, дорогие друзья! И с вами Капля из Непала, и мы продолжаем говорить об основании миссии или о целях миссии, которые Бог ставит перед нами. И сегодня я хотел бы поговорить о слове «баптизм». Иисус говорит, что мы должны делать последователей и крестить их. Что это означает? Я думаю, что речь идет не о обряде крещения и даже не о самом факте водного крещения. Я уверен, что речь идет о том, что приносит с собой суть крещения. Крещение – это не просто некое обещание Богу. Крещение – это воплощение нашего решения следовать за Богом. Это вхождение в заветные отношения, то есть это серьезные долгосрочные отношения. Это когда человек принимает решение быть последователем Иисуса. Не просто эмоциональное переживание Бога, не просто переживание Его чуда, Его прикосновения, Его любви, а осознанное решение стать служителем, стать человеком, посвященным Богу. И наша задача как служителей, как миссионеров, состоит не просто в том, чтобы мы привели человека ко Христу, рассказали или просто засвидетельствовали о Его славе, Его любви, о Его жертве. Наша задача в том числе состоит и в том, чтобы этот человек стал посвященным человеком, чтобы его жизнь стала жизнью служителя, жизнью ученика, и он стал на путь наставничества, чтобы он стал продолжателем того дела, которое несем мы. Наша задача не просто посеять слово, но и вырастить его и научить людей быть служителями в собственном народе.